Time to tilt. Я, кстати, заметил, чел, у чела ник time to tilt. Время для тильта. И чё? Мой остров в океане, не, блядь, походу лост, блядь. Тварь, говно. Ну, блядь, это все из-за, блядь, того, что оно в конце карты было, ну. Ну, то, что в конце деки. Ебануться. Потому что 30-й карты шлюха была, пиздец. Ой, блядь. Только из-за того, что 30-й, я хуею. ГГ, чат, ГГ. Блять, как можно было этот матчап проебать? Только если 30-й карты, хуило это будет. Ну, да, конечно. Каждый раз ключевая карта для победы 30-я, блять! Каждый раз. То шестерка, то ДК, то, блять, барскин. Каждый раз! Мне просто это доебало уже, блять! Сука, не хочу посуду бить. Так это заебало уже, вы просто не представляете, это пиздец. Ситуации каждый раз такие, блядь, что... Ты просто, блядь, в них не можешь выиграть. Просто всегда, блядь, игра ставит в такие условия тебя, в которых ты просто, блядь, не можешь выиграть. Просто не можешь. Барскин в этой игре, блядь, существует, уёбище, блядь. Ну и тварь, блядь, ну и тварь просто. Ну и тварь. Ну ты дашь мне барскин, шаболда, блядь. Ой, кусок говна реально, блядь, на Харстоне, ну это пиздец. Ненавижу эту игру, блядь, всей душой. 10 карт, блядь. Ноль пауков прокнуло, пока я зачистку не отдал, блядь. Все пауки, пожалуйста, издайте. Тварь, блядь! Ну и уёбина, пиздец. Ой, тварь, блядь, ой, тварь, блядь. Изи скилл, блядь. Так, теперь нужно... И пауки полезли после зачистки! Смотрите, ну это не совпадение, это всегда так. Когда, блядь, вы зачищаете стол, всегда вам приходят потом пауки. Всегда просто всегда. Это пиздец. Это просто пиздец. Абсурд, блядь, какой-то ебаный. Ой, блядь, просто... Комба у меня в штанах. Комба-то есть, мужики. Что это? Как понимать? Хватит меня резать, блядь. Ну чел сейчас ваниш сделает, и мне ГГ, мужики. Мне ГГ сейчас, если ваниш будет. Пауки не лезут, блядь. Пауки не лезут. Ебать. Как же я его выебал в партии этой, мужики. Но эта партия достойна лайка, нет? Это достойно лайка. Ну лайк достоин, эта партия достойна лайка, блять, победа. Достойна Лойса. А, я еще не выиграл. Еще не выиграл. Мужики, лайк. С вас по лайку. Че, упыря сыграет, блядь.
Сейчас упыря сыграет или как? Вот какая хуйня может произойти, что я проиграю? Я даже не знаю. Шестерка, которая 5 маны делает, тоже не поможет тогда. Пиздец, он накрокал, вау. Не, I want this game like a Batua. Like Batua. Не, игра достойна лайка, игра достойна лайка, реально. Ну, блять. Терпел, терпел и выиграл. Как озон. Okay. Цикл разложения. Иди нахуй! Еба! А чё с рукой моей, слышите? А чё с моей рукой, мужики? Видно, нет? Да, должно быть видно. Смотрите, смотрите! Смотрите вот за этой рукой, которая будет вот тут. Смотрите. Хотя, может, он пушит. Бля! Что это? Блять! Иди нахуй! Че это такое? Ах да, я же у Инера был недавно, вот и как бы. А я помню! Читы. Ну что, я не буду ничего! Ходил сейчас на кухню, блять, брата спрингл сажал. Мне это так з***ало, блять. Пиздец просто. Вот купишь что-нибудь себе, блять? Никуда. Нет, блять. Я лучше помню Батуа. I want to say hello to your Batua. Как курица. Как курица. Смешно. 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 50 на 50, мужики, похуй. Просто негатив, блять. Негатив максимальный просто. Сами все видели. Чуть-чуть, может, отойду сейчас, не знаю. Бля, ебать, мне было жарко, конечно, в этом пуховике, хрен знает. Еще и обогреватель работает, ну ладно, пока что такое. I want to say hello to your Batua. Сейчас за Чингадошу, что там за версия без аукционеров? Вопрос в том, что, блядь, аукционеры просто, блядь, не приходят, уёбки, блядь. Стоит два друга, один говорит, дай чип. Ему, друг ему, Дейл, вообще-то страйк. Вы бы еще мне, блядь, в баню билет купили бы, блядь, 60 градусов, и потом мне подмышки спросили, слышите? Не надо. Не надо так. Ну, мужики, походу, это лост. 10 карт, 2 аукционера. Ну дай аукционера, блядь! Не дает. Владик, как курица. Папа, я не курю, блядь. I want to say hello to your Batua. Не хочу, пошел нахуй. Ну еще один пирмант есть, anyway, поэтому можно... Чума это заебись! Лол! Лол! I want to say hello to your Batua. To your Batua. Кого, блядь? Батуа! Кого, блядь? Батуа! Кого, блядь? Почти не осталось карт. Почти не осталось карт. Аукционер нужен. Опа. Малды. Нужный лайк. Подделок ВК, спасибо. Что? Ссылку. Кого, блять? Do I have little прям сейчас? Do I have little прям сейчас? 8, 10. Во, я прям сейчас have little. А, нихуя. Одной маны не хватает, блять.
Одной маны не хватает, мужики. Одной маны не хватает, мужики, пиздец. Пиздец, одной маны, блядь, не хватает. Сука, блядь, одной маны не хватает. Ебло, блядь, сейчас я сдохну, чат. Я сейчас сдохну, походу. Все нормал, дым. Все нормалды, чат, все нормалды. Все под контролем. Почему так? Почему так? Объясняю. Потому что мне нужно максимально избавиться от карт, чтобы он не сделал ваниш. И в итоге, если бы он сделал ваниш, я бы не успел бы просто всех аукционеров сыграть. Вот так вот, блядь. Мозги. Мозги из хир. Мозги из хир. Мозги из хир. Он меня может сейчас убить, наверное, в теории. Потому что если он бы сделал ваниш, он бы вернул аукционеров, и в итоге я бы не успел бы их сыграть, поняли? А так, типа, хуй там. У меня может теорию убить сейчас. Эпоха дауна закончилась, сука. Айди, уёбок, блядь. Ну чё, ПБМил, блядь! Мать ПБМ свою, ёбище, блядь. До фитиля тянул, хуила тупая. Как дела, блядь, чмошник обоссанный. Всё, блядь, в колею вернулись.